Sonic. И это новая часть прохождения Человека-паука для приставки PlayStation 1. Объяснил за предыдущее видео. Я обещал выпустить его в мае, но выпустил только сейчас, потому что не было времени. Ну ладно, давайте продолжим на том месте, где закончили. На этом уровне мы оказываемся в подземном лабиринте. И нам нужно найти Венома. Вообще, этот уровень я не очень люблю. Дело в том, что он немножко занудный. То есть вы тупо ползете по потолку, и ничего не происходит. Но только иногда есть вот эти прессы, или как их еще назвать. Я не знаю. В общем, они выдвигаются из стен. На этом уровне я вам покажу одну пасхалку и комикс. Так, насколько я помню, если мне память не изменяет, то это сюда. Так. И сюда. Вот здесь у нас должен быть комикс. И пасхалка. Вот она. Человек-паук, он затащил меня в тюрьму и забрал мою нору. Теперь он использует человека-ящерицу против тебя. Нет? Он тоже за решеткой. И женщина Паркера... Где она? Она в норе, в конце лабиринта. Туда есть только одна дорога. Иди назад по этому туннелю и пройди два затопленных пути. На третьем водном пути пойдешь направо. Иди по нему мимо машинного отделения. Пропусти первое пересечение туннелей, а во втором пересечении поверни направо. Там ты найдешь свою женщину. Так, ну я... Я хотел сказать, ящер рассказал нам путь, Мэй Джейн, а вот и комикс советный. Если честно, я сам запамятовал, где этот комикс. Но сегодня я посмотрел видео, и в нем было указано местоположение этого комикса. Поэтому, собственно, я и показал его вам тоже. Ой, тут наш Веном объявился. Ненавистный. Ну ладно. Так, видимо, я пошел не туда. Или туда, фиг его знает. А, кстати, забыл сказать, что у нас есть получшая броня. Так, куда нам здесь нужно? Вроде бы вот сюда. А, нет, я отсюда пришел. По этому туннелю и пройди два затопленных пути. На третьем водном пути пойдешь направо. Иди по нему мимо машинного отделения. Пропусти первое пересечение туннелей, а во втором пересечении поверни направо. Там ты найдешь свою женщину. Так, если я... Все правильно понял, то я иду туда, куда надо. Эх, вот за это не люблю я этот уровень. Я вообще ненавижу лабиринты в видеоиграх. Так, если я правильно понял, мне сюда. Ох, ну и беда с моей... В общем, я плохо ориентируюсь в пространстве. Даже в играх. Ну ладно. Вроде бы где-то... холодно написал нам Веном, не знаю зачем, но он дает нам подсказку. Так, ну нам точно не сюда. Ох, кажется, я заблудился. Так, я здесь был или не был? Вроде бы сюда. Так.
успею сюда. Так что я нифига не понял, куда я иду. Так, тепло. Мы уже почти нашли Венома, мне так кажется. Значит, нам надо ползти вот сюда. Я вообще не понимаю, зачем Веном дает пауку подсказку. Видимо, чтобы быстрее заманить его в ловушку, я так это понимаю. Что, Паркер начинает потеть? Меня всегда интересовало, кто поставил тут вот эти прессы. Неужели это Веном механиком заделался? Ну ладно. Крошка, ты такая жаркая. Вообще, то напоминает канализацию из мультсериала 90-х. Так, тут Веном написал горячо, видимо, нам... нет. Да, нам прямо. Не здесь. Возможно, нам сюда. Я угадал. Сейчас мы набьем морду нашему заклятому врагу. Так, сохраняться я не буду. Потому что обычно люди сохраняются после уровня. Хотел бы полюбоваться на трогательную встречу, но ей пора купаться. Ну что скажешь, приятель? Давай закончим дело сейчас. Ну вот, Веном решил испортить жизнь Паркеру, затопив Мэри Джейн. Но мы-то этого не допустим. Так, что он сделал? Что-то так и не понял. А, он нажал этот рычаг. Ну, давай, покажись, трус. Что-то я его ни хрена не вижу. А, куда он делся? А, вот он. К счастью, у меня есть паутинные шары, которыми можно пулять. Фу, не хочешь почистить зубы? Фу, этот козел нас облизывает. Но ничего, мы ему сейчас зададим жару. Самая работающая стратегия — это стрелять его в него два раза паутинными шарами и ждать, пока он снова появится. И повторять до тех пор, пока он не повержен. По крайней мере, если вы играете на нормальной сложности. А если вы играете на харде, то паутина у вас будет в дефиците. Поэтому там это будет уже проблематично. Так, давайте поймаем этого уродца наконец. Вот и он. Я хотел сказать, вот он повержен. Зачем, Веном? Зачем ты вернулся? Ты должен знать, Человек-паук. Пропал экспонат с научной выставки. В этот раз ты злодей. Идиот. Вспоминай. Вспомни тот день. Я был возле тебя в толпе. А в это время Человек-паук был на стене. Он подвел нас обоих. С тех пор мы сражались друг против друга. Фу, ты прав, Паркер. Мы должны... Мэри Джейн, я поймаю. Ты и твоя жена не виноваты, Паркер. Я сплоховал. Сплоховал? Да я тебя убью. Помоги, Паркер. Вытащи же меня отсюда. Вот теперь у тебя проблемы, парень.
Бегу, дорогая. Ладно, будем партнерами. Но только пока что. Когда мы разберемся с этими железяками, я тебе отплачу за то, что ты похитил мою жену. О, Господи, одна маленькая ошибка. Я же извинился. Ладно. Самозванец умеет перевоплощаться. Значит, это или фокусник, или хамелеон. Эй, хамелеон, это моя идея. Я первым об этом подумал. Если ты такой всезнайка, кому понадобилась наша технология телевещания? Я знаю. Подводнику. Подводнику? Не издевайся. Я серьезно. Ты что, рехнулся? Можешь не отвечать. Галактис. Ладно, проехали. Здесь понадобится помощь Джеймса. Мы идем в редакцию. Джеймсон? Я ненавижу Джеймсона. Дубина! Мы не увидим Джеймсона, нам просто нужен его компьютер с базой данных. Ух ты, а мы залезем в интернет? Слушай, пойдем уже. Да, Веном в этой игре туповат. Давайте, пожалуй, сохранимся. На случай, если эмулятор вылетит или еще что-то в этом роде. Так вот эти записи. Лезь в инет. Заткнись, Брук. У нас нет времени. Паркер, стой. А это не может... Может что? Да, я чувствую присутствие. Кого? Это еще один симбиот по имени Мясник. Мы должны остановить его. Сейчас? Да, сейчас. У нас нет выбора. Ты не мог не шуметь? Я не хочу угодить за решетку. Я чувствую присутствие. Что теперь? Паучок, кто бы за этим ни стоял, мы должны все выяснить. Симбиотам нужны тела носителей. Сразиться с другими симбиотами, кроме Мясника и Венома, да еще и заложники. Старая паутиная голова сегодня славно потрудилась. Вот мы оказались в редакции Daily Bugle и к тому же объединились с Веномом. Так. И еще нам мешают вот эти вот сверхсильные симбиоты. Потому что их вот нереально практически победить. Так, нам надо как-то попасть в эту ерундовину. Только я не вижу как. А, вот. Спасибо, Человек-паук. Вот, мы попали в Daily Bugle, нам нужно победить симбиотов, освободить заложников. И не знаю, зачем... главному злодею направить симбиота в Daily Bugle. Но, видимо, так надо. Так. Давайте-ка спрячемся в этой вентиляционной трубе. Или что это? Так. Устрое дело. Картридж с паутиной и комикс. Да, как я и обещал, показываю все комиксы. Пока что у меня это получается. Заберите меня отсюда! Мне очень интересно, почему симбиоты не убили того чувака, когда он бежал? Видимо, они не настолько умны. Если ты включишь вентиляцию, и вообще, как работает автомат по производству симбиотов? Серьезно, из чего они создаются? Это загадка. Ну ладно. Помоги мне! Тут нам надо освободить чувачка, нажав на этот... Спасибо, что спас меня. На этот тумблер. Теперь можно смело выходить с уровня. Но сначала давайте найдем картриджи. Что-то я не вижу тут картриджи с паутиной. Ну хотя, в принципе, я думаю, мне и так ее хватит. И вот один из моих нелюбимых уровней в лифте. Не знаю почему, но мне не нравится. О, как лагает звук. Ну ладно, это не мешает, в принципе. Я про звук. Так, здесь нам нужно прочистить путь лифту. Чтобы люди, находящиеся в нем, могли спуститься вниз.
здесь у нас должны быть две их где-то, я точно не помню. Вот эти две, видимо. Что-то я их не вижу. А, все, заметил. Короче, вот одна из этих дверей. Нужно как-то снова включить лифт. Да пошел ты в жопу. Так. Моей паутины недостаточно. Ты сдохни уже. Отлично. Попробуем другую дверь. Так. Мы, паучок подчеркнул, что мы зашли не в ту дверь, и нам надо зайти в другую. Вот она. Да ёшкин кот, отстаньте вы. Отлично. От него мы быстро избавились. Давайте нажмем. Опять лифт включился. Собственно, так и проходится весь уровень. На этом уровне есть один из комиксов, который я вам, конечно же, покажу. Так, что-то. Лучше не сталкиваться с этими симбиотами. И не хочу тут проигрывать. Вот мы избавляемся от них. Я не могу заметить еще одну. Да, я все понял. Еще одну дверь. Может, хватит? Так, нам нужно найти комикс. А я открыть другую дверь. Вот, собственно, мы и прошли этот уровень так легко. Ну ладно, давайте не будем сохраняться. Нормальные пацаны не сохраняются перед уровнем. Симбиотов. Так вот откуда они берутся. Вот это да. Да, вот тот генератор симбиотов, о котором я вам говорил. Одним меньше. Так вот, я не помню точно где. Но тут точно должен располагаться комикс. Под одним из вот этих ящиков. Под этим? Нет. Так, вот. Вот еще один генератор. На нормале эти генералы, ой, какие генераторы легко сломать, потому что они убиваются с двух ударов. Вот эти вот самые симбиотические коконы, которые по бокам у этих генераторов. Вы поняли. Так, здесь где-то должен быть вход в еще одну комнату, только я не помню где. Так, я иду куда-то не туда. Вот здесь, по всей видимости. А, нет. Аж, пардон, мы здесь уже были. Аж, нам сюда. Так, и вот именно в этой комнате должен располагаться комикс. И именно под... Да, именно под этим ящиком. Вот про эти коконы я говорил. Их можно сломать с двух ударов. И не хватало еще только подохнуть. Либо можно одним ударом паутинного шара. И паутинным шаром, в принципе, легче. Ой, опасный момент. Симбиоты решили устроить мне ловушку, видимо. Чуваки, вы серьезно? Шимпанзе бы ловушку посильнее придумал. Ну ладно, шуточки не смешные. Так, где тут? Я не пойму, где огненная паутина. Так, мы, видимо, мы пришли не туда. Что-то я не допираю, куда нам идти. Если честно, у меня такое впервые, и всегда помнил, куда идти. Так, еще одна западня. О! Одна из фишек этой игры — это огненная паутина, вот она. То есть мы можем убить симбиота с одного удара, что нам как раз-таки и на руку, собственно говоря. Фух, меня чуть не убили. Стой, я чуть не матюкнулся из-за этого. Ну ладно, нам нужно побыстрее пилить отсюда, пилить. Блин, давай, паук, давай.
Не хочу тут проигрывать. Так, нам нужно взять вот этот картридж, потому что у нас паутина кончается, и отправиться на следующий уровень. Вот и он. Вот, собственно говоря, и переход на следующий уровень. Так, вот мы оказались. Кто бы ни управлял этими генераторами, он должен быть где-то. Мы оказались в котельной Дейли Брюгл, как уже заметил Человек-паук. Так. В этой котельной, насколько я помню, что-то есть. А, какой-то секрет, видимо. А, нет. Возможно, я ошибаюсь. А, так вот для чего она нужна. Чтобы кидать туда симбиотов. Блин, этот симбиот бьет нас своими тентаклями. Фух, я как раз успел его убить. Если я ничего не путаю, где-то тут неподалеку должен быть комикс. Или нет? Да, комикс где-то. Черт, я не могу его найти. По-моему, комикс вот в той стороне. Да, из огня до полыня. О, убегает наш двойник. А, вот это место с комиксом. Все, что тут нужно сделать, это тупо заклеить ты туду паутиной. Комикс появится. А вот и наш заветный комикс и огненная паутина. Все дело в гуманности. Так, я вспомнил. Я забыл уничтожить паутины. Ой, какие паутины? Симбиотические генераторы. Боже, я в какую-то западню попал или что? Так, почему я не могу вернуться? Я что-то не понимаю. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Так что я окончательно запутался. А ты откуда? Так, здесь у нас секретик небольшой. А, вот и тумблер, который откроет нам двери. Немножко забыл игру. Я ее довольно-таки давно проходил. Ну вот я вроде сориентировался. Если не ошибаюсь, нам. Так, а куда нам? Так, если не ошибаюсь, нам надо идти назад. Ну, опять же, этот уровень представляет дебильный лабиринт, который я вообще не люблю. А вот последний генератор. И сейчас мы узнаем, кто же наш двойник. А вот он. Эй, эй, самозванец, самозванец! Мне что, гнаться за тобой? Этот парень меня обманул, и это он выиграл технологию. Должен заметить, Юла, ты очень на меня похож. Только я любимец публики, а ты какой-то зловредный. О, сколько лет я мечтал умерить твой пыл. Наконец-то есть возможность. И сейчас я раздавлю тебя раз и навсегда. Теперь, мелкий паучишка, ты умрешь. А нам еще не поздно стать друзьями. Нашим двойником оказался Мистерио.
Чтобы победить, нам надо попасть по этим всем по вот этим штукам на его костюме. Если честно, я уже третий раз пытаюсь его победить, но эти моменты я, конечно, вырезал. Так. Так, в этот раз я смог его... Я его побеждаю без эксцессов. Так. Так, давай захлопнись. Я разучился его играть в эту игру, то есть я хотел сказать. Серьезно, я не знаю, почему я всегда проходил ее без проблем. Да господи, когда же он уймется? Так. Давай, поворачивайся. Так, вот там аптечка. Главное ее не прошляпить, иначе я пробью. Давай же, давай. Блин, ну... Последний ход. Фух, я смог его победить. Фу, да я его с Гоем пополам победил. О, жуткие звуковые лаги начались. Нашествие симбиотов? Так это еще не все? Глупец, их будет больше, чем ты можешь представить. Туман, окутывающий город, подготавливает всех жителей Нью-Йорка для симбиоза. Это ты, глупец, фокусник. Откуда они берутся? Что ж, я скажу. Прибрежный склад Waterfront, 65. Тайный проход. Если бы я мог увидеть, как они тебя уничтожат, кто бы ни был твой босс, ему уже конец. Никто не может управлять симбиотами. Поправка, никто до этого дня. Может, хватит пропаганды? Это уже не шутки, фокусник. Симбиоты уничтожат все на своем пути, если только я их не остановлю. Ну, собственно говоря, на сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы поделиться этим видео. Всем пока!